простенькие цветочки, называется донник лекарственный, в простонародье буркун. У него очень тоже много полезных свойств, сейчас уже не помню. Но еще у него очень полезное свойство, это то, что он убирает неприятные запахи. То есть это можно повесить в деревенском туалете. И в туалете будет приятно пахнуть. То есть вонять не будет, это точно. Проверено. Пучок травы вешается в сортире, да? Да, пучок, это буквально вот две вот ветки. Вот он повесил. А сколько хватит? Думаю, на недельку хватит. Цветет все лето, по-моему, да? Угу. Цветет все лето. Так что раз в недельку веточку повесил с двух. Вот два стебелечка. Surround yourself with water, let it take you in.